Привет! У нас сегодня смартфон Lenovo A369i с дефектом. Экран не реагирует на касание. Смартфон был сдан на гарантийный ремонт. Демонстрация дефекта. Невозможно разблокировать смартфон, так как тачскрин не реагирует на касание. Также отметим, что отсутствуют механические повреждения экрана. Если бы на экране были трещины, то в гарантийном ремонте клиенту было бы отказано при приеме в ремонт. Для выяснения причины дефекта, нам нужно разобрать смартфон. Для этого нужно выкрутить все винты и снять заднюю крышку. Задняя крышка фиксируется защелками. При разборке можно использовать пластиковую карту или медиатор. Крышка снята. Теперь нужно обратить внимание на общее состояние внутренних компонентов. Нет ли явных дефектов, типа выгоревших элементов или залития жидкостью. И сразу же обнаруживаем следы окисления на главной плате, в районе разъема для аккумулятора, а также на разъеме для шлейфа и самом шлейфе тачскрина. На этом гарантийный ремонт заканчивается с результатом «Отказ в гарантийном ремонте по причине залития смартфона». Примерный план по восстановлению этого смартфона. Нужно сначала очистить главную плату и шлейф тачскрина от окисления. Далее проверить состояние шлейфа и возможность его восстановления. Если восстановить работу тачскрина не удается, то его нужно менять. На этом мы прощаемся. До новых встреч в других роликах.